12 июля. День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете России, Российской Федерации. Кто-то называет Днем Независимости. Независимости от кого? А было еще и РСФСР, официально созданное 19 июля 1918 года. И именовалось оно как Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Кто-то имеет сомнение, что и там страну многие называли Россией. Возвращаемся же к доступному языку. И от кого независимость и суверенность? От СССР? Страны, где РСФСР была самой большой по территории и ресурсам, с прекрасными логистическими цепочками с половиной мира и с экономическими связями почти со всем миром. Если кто-то сомневается, поглядите города и страны-побратимы времен СССР. Тем, кто любит экономику, пусть спросит себя, что лучше и больше. Рублевая зона на почти 300 миллионов человек или на 146? Кстати, Украина была в этой рублевой зоне, как и Белоруссия, и Казахстан, и многие другие братские тогда еще республики. И даже вся Прибалтика там была. Итак, появление этого праздника разрушило то, что было озвучено выше. Года лихие 90-е прошли, вот новый век нагрянул, летят годы. Появились такие фразы, как отрицательный рост, слово оптимизация и реформы и много еще чего смогли наполнить новым смыслом. Появилась монетизация, дистанты, режимы повышенной готовности. Боюсь умолчать про пенсионную реформу. Но это был 2014 год. Крым. Все ликовали, приросли территориями и населением. Теперь 2022 год. Что происходит? Мы все видим. Кто-то сомневается, что будут изменения границы численности населения. И теперь подходим к вопросам. Что же празднуем-то 12 июня? И почему забыто многими 19 июля и 30 декабря? Дни образования РСФСР и СССР. Страны, которая имела в своем ореоле полмира и трудящиеся всего мира, считали его своей второй родиной. Кстати, в этом году 100 лет с момента образования СССР. 30 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов Республика РСФСР, Беларусь, Украина и Республики Закавказья подписали договор об образовании нового государства и сделали шаг вперед миллионы трудящихся всего мира. Ну а теперь спроси самого себя, что ты празднуешь 19 июля. Ну и все, я думаю, что в зависимости от того, какой ответ вы получите для себя, ну, с этим живите дальше. Мирно и законно.